Народный депутат Сергей Каплин требует, чтобы СБУ допросило Авакова по делу о поджоге здания редакции «Подробности». Напомню, 4 сентября прошлого года в здание ворвались неизвестные в масках и подожгли офис изнутри, заблокировав выход. Жизни более 50 сотрудников редакции оказались под угрозой. Нашим коллегам пришлось эвакуироваться на крышу, откуда их снимали спасатели. Несколько человек пострадали. Полиция задержала часть нападавших, но практически сразу всех отпустили. Видеозаписи с камер наблюдения позволяют идентифицировать поджигателей и тех, кто ими руководил. Но, несмотря на то, что в СБУ нападение и поджог здания редакции квалифицировали как теракт, вот уже полгода следствие так и не сдвинулось с мертвой точки. Сегодня нардеп Каплин опубликовал на своей странице в Фейсбуке ответ из СБУ на свой депутатский запрос. Ему сообщили, что допрошено 100 человек, но вот ключевые фигуранты и возможные заказчики теракта Аваков и его советник Илья Кива так и не встретились со следователями, пишет в соцсети Каплин. Авакова і компанія, і мафія Яценюка намагалися спалити Інтер. Вони мали плани знищення інших телеканалів. Мали плани знищення профспілок, громадських рухів. Вони мали плани узурпації влади в державі. Ми вимагаємо від Служби безпеки України, від Генеральної прокуратури, від Міністерства внутрішніх справ пришвидшити розгляд цієї резонансної справи.